Здравствуйте, друзья! Прогуливаясь по Турции и смотря по сторонам, мы обнаружили, как интересно оформлено место у эстакады. Вроде бы ничем не примечательное место, где просто разъезжаются машины, но оно нас удивило тем, как здесь все благоустроено, как достаточно ровно пострижена трава и аккуратно посажены деревца. Давайте вместе на нее и посмотрим. Это место находится у профессиональной школы медицинских услуг, а рядом с ней расположен такой монумент ученому с фамилией Аполлониус, который был известен как математик в геометрии, а также он был писателем и в целом довольно умным человеком. А вот и само место, которое нас удивило. Сразу видно, сразу можно понять, что здесь где-то неподалеку находится учебное заведение, так как здесь присутствуют предметы из школьных принадлежностей. Даже пешеходный переход, по которому мы сейчас будем переходить, выполнен в форме клавиш рояля. Это достаточно интересное решение, которое тоже бросается в глаза. Ну и, конечно же, огромный транспортер. Все его могут узнать, все им пользовались. Кто-то и сейчас им пользуется. А эти столбы напоминают что-то вроде цветных карандашей, которые, кстати говоря, вечером будут подсвечиваться, так как у них у основания установлены достаточно большие прожектора. Ну и само по себе место довольно красивое. Здесь все свежо. Стоят, видно, что новые фонари. Это можно увидеть по их лампам. Хорошо выстрижена трава, посажены свежие деревца, которые еще не набрали силу и не стоят величественно в этом месте. Также здесь много лавочек, как обычных в форме скамеек, так и вот такие треугольные тоже здесь имеются. Помимо того, что здесь аккуратно выстрижена трава, здесь также еще и красиво высажены растения, которые добавляют этому месту особый шарм и особую свою красоту. Даже если смотреть просто прямо, не считая той постройки, которая стоит посередине, так сказать, поля, все выглядит культурно. Деревья посажены довольно ровным рядком. Они еще не расцвели, так как на улице до сих пор еще февраль. Хоть на улице и тепло, но деревья будут набирать свою красоту и силу чуть позже. А как вам такое место? Вы можете оставить свое мнение в комментариях, мы с вами с удовольствием подискутируем или просто обсудим эту тему. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, также не забывайте про колокольчик. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!